Редкий автовладелец не получал письма счастья с фото и суммой, которую за эту фотографию, вернее за нарушение ПДД, зафиксированное на ней, необходимо заплатить. И как можно быстрее, иначе грозит штраф в двойном размере. И это вместо 50% скидки на оплату штрафа, которую можно было получить при своевременной оплате. Да и жизнь может пойти не по плану, от лишения права управления автомобилем до запрета выезжать из страны и административного ареста на 15 суток. Уважаемые горожане! Госавтоинспекция напоминает, что административное наказание – это установленная государством мера ответственности за совершение административного правонарушения, которое применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений. Административный штраф – это один из видов административного наказания, который должен быть уплачен в полном размере, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. На уплату штрафа ГИБДД законом отведено 70 календарных дней, 10 дней на обжалование и 60 на уплату. И 70 дней первые 20 штраф можно оплатить с 50% скидкой. Оплатить штраф можно несколькими способами. Лицо, не уплатившее административный штраф в установленный срок, будет привлечено к ответственности за неуплату административного штрафа. Для получения информации об административных штрафах обращайтесь в отдел ГИБДД, либо информацию можно получить на сайте ГИБДД. Уплатить административный штраф можно в любом отделении банка, кредитной организации, на сайте госуслуг, в мобильном приложении банка. Совет сотрудников ГИБДД: регулярно используйте онлайн-проверку на наличие штрафов, и тогда наказания для вас не станут сюрпризом. Но все-таки лучшее решение – не нарушать, а соблюдать правила дорожного движения как в черте города, так и за пределами.